Что нужно сделать, чтобы Саратов стал процветающим? Нужны инвестиции. Инвестиции в Саратов от саратовцев, которые работают где-то еще в других регионах. Чтобы они помнили о своем городе, возвращались, вкладывали в Саратов, приносили идеи, приносили деньги, приносили свою политическую волю. Сложный вопрос. Но, наверное, крепкой власти. Скорее всего. Дон и так красив. Я даже не знаю, что добавить. Он прекрасен, Саратов. Мне кажется, у людей, которые принимают решения за город, кажется, недостаточно профильного образования в градостроительстве, градообразования. То есть сменить руководящий состав? Ну, какой именно, я не знаю. Вот. Но судя по тому, какие решения принимают, и, ну, есть такое впечатление. Вовремя ухаживать, убирать, где что. И вот я бы вот хотела еще... Вот всегда думаю, вот в таких местах я бы хотела, вот если бы я была главой города, да? Да, я бы всегда включала хорошую музыку. Пусть вот эта музыка вот всегда будет вот не тяжелая музыка, а вот поднимающая музыка. Надо, чтобы каждый человек старался его преображать. Что нужно такого сделать, как считаете? Ну, наверное, больше заниматься городом, нашим властям. Ну, потому что как бы сейчас такой период, что уже пора бы заняться по-хорошему городом. Спасибо. Что нужно изменить в Саратове, чтобы он стал процветающим? Все хорошо. Спасибо. Мы только приехали, пока смотрим, что здесь происходит. Да, нам так нравится Саратов, потому что мы сами из Астрахани. Саратов вот такой вообще классный. Что надо сделать, чтобы Саратов стал процветающим? Даже не знаю, мне кажется, все идет медленными шагами, что-то меняется в этом городе, поэтому я лично довольна небольшими переменами. Работать прежде всего, остальное все будет нормально. Мы туристы, нужно привести, наверное, город в порядок. Очень много интересных, красивых зданий, они находятся, наверное, где-то в аварийном состоянии, их нужно отремонтировать к 200-летию города. И также нужно как-то вот повышать качество сервиса, потому что даже многие люди не знают, которые в Саратове живут, о достопримечательностях этого города. Ходишь, смотришь, спрашиваешь, люди не могут сказать, не обращают внимания. Нужно повышать грамотность населения, да, и приводить город в порядок. И тогда, ну и относиться, какую-то программу сделать, чтобы туристам было интересно сюда ездить. Может быть, подумать о гостиницах, о чем-то еще, об уровне сервиса. И туристы с удовольствием поедут, потому что много красивых мест, в общем. Надо дороги сделать, чтобы процветало, тогда будет уже лучше. Вон, сделали тут плитку, смотрите, она уже там разваливается вон дальше. И деревья побольше, тополей хотя бы посадить. Потому что Саратов как бы это... Зеленый город считается. Зеленый город считается, да. Ну, я не знаю, еще надо как-то по-зеленому, чтобы ухаживали тут. Подметали везде, вон снег сошел, а тут везде вон одни бутылки. Да весь мусор валяется. Скажите, что нужно изменить, чтобы Саратов стал процветающим? Люди побольше улыбаться, как минимум. Добрее быть.